Неужели бывший начальник ГИБДД Чебаркуля, которого обвиняют в вождении в нетрезвом виде, скрывается отсюда? По данным служителей Фемиды, он не присутствовал уже на 4 слушаниях. Напомним, авария произошла в частном секторе Чебаркуля. На узкой дороге столкнулись 2 машины. Со слов очевидцев, начальник ГИБДД пытался скрыться с места ДТП. Куда вы с места ДТП идете? Да вы пьяный, Григорий Викторович. Коля, звони в СБ. Ты о чем говоришь? Григорий Викторович. Марат. Вы пьяны? Вы куда идете? Вы с места ДТП скрываетесь. Вы скрываетесь с места ДТП, Григорий Викторович. Вы скрываетесь с места ДТП. Стойте на месте. После появления в сети этих кадров и съемки с камер наблюдения, а также проведенной проверки, Григория Кирусенко отстранили от должности. Сам теперь уже бывший служитель закона уверяет, что его подставили. За управлением автомобиля я не находился. За управлением автомобиля находился мой знакомый. С места ДТП я не скрывался. Сообщается, что если бывший начальник ГИБДД не появится в суде, его приведут судебные приставы. Если факт вождения в нетрезвом виде подтвердится, экс-полицейского могут лишить прав и оштрафовать. Своей должности он лишился после внутренней проверки в ГУ МВД России по Челябинской области.